Всем здоровенько, молодежь! Сегодня у нас утро вторника, мы гоним на завозик. Такая вот дождливая погодка. На улице сегодня прохладно, хоть и лето. Сегодня вас ждет два завоза. Один ММ, второй также на моде. Ну, ребятки, не переключайтесь. Всем приятного просмотра, поехали! Ты пришел на завод, что-то, блядь, поехал на хайвайнте. Да. Ты готов залетать на привоз пришел. Погода чьи? Не летная, не летная погода. А вот. Залетная тут. Ну залетная, да. Погодка залетная, но не летная. Вон и завод. Короче, парни, сейчас стоим. Что ты там снимаешь? Улети, ну не забудь сказать пока. Турист. Набегает уже турист. Ты тоже турист? Да, я турист. Я пришел. Лето. Сегодня Москва. 14. Пропусти человек. Проходи, ребята. Это культ. Как вальскин. Это длина уровень. Я вообще хуй сосу с вами кнефи. Да, а я тут шмотки выбираю. Нифига себе. Такая вроде вообще еды. На заводе бай, подписывайтесь. А цены как там вообще? Очень дешево, ниже рыночных. Зато шмотки почти... Обновление, да, будет? Да, да, да. Всегда, всегда новые шмотки появляются. Выбор есть, выбор есть. Все, отлично, это Валентина. 15 минут до завода. Где-то нет туристов сегодня вообще мало. Сегодня на заводе гости. Белый кроссовок. Белый кроссовок, да? Да нет, не надо. Тоже раль, белый раль, черный раль, нахуй розовый, что, блядь? Белый раль. Оранжевый раль. Черный раль. Сейчас я смотрю новый скуп. Османов, блядь. Подойти посмотрел, потом рубашки посмотрел. Женский я посмотрел, обувь, короче, думаю, ладно, пойду гляну кепку, стою в кепку с Supreme, а время уже 9:10. Он же не мол, короче, возьмем бородку. Что-то это работает. Криптовалюция, блядь. Одна понимаешь? Да, только понимаешь. Ну, пару слонов подпишу. Что тебе снилось? Помнишь, твой слово, когда мне Те, которые? Да. Сейчас. Какой размер? Элька. Элька. Это я пролистал нахуй. Еще один. Понятно. Ниточка. Радик, блядь. Склеился. Найк, это обычный. Батька или коранка. Не, мне нормально. Давай. Адиба. Вайл. Прикольный логотип снизу. Это, не знаю, просто так принт прикольный. Mm-hmm. Взял. Вот это я могу забрать. Фондачка. Рисовать фондачку есть? Сама то. Все, малых уже на подходе. Мы уже сидим тут. Кайфуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогая моя. Как получать?
Душу запечь, а то на мэр хочет денег, сука. Маты, маты, не запрещаю. Душу запечь, а то... А вот как с ним можно сидеть, с этим чубаком? Все вместе. И вот наш на заводе бай. Патруль на заводе бай! Мама тоже думала, что Коля вырос хороший мальчик. Она как Коля вылез ханстер. Паркуй свой автомобил. Приветствие. Симха, сон кива. Тут как очередь, она хоть и маленькая, но все равно. Брай, вот, зачем я так рано начинаю? Вот, понимаешь? Ладно, если бы увидел, что вчера. Реально. Не было, что ты. А зачем я так пишу? О, ну ноль. По нулям? Ну. Так. Пока что никого. Опа, идут. Сейчас. Я типа Pink Floyd слушаю, Fire Pink Floyd. Раньше было лучше, верните мне. А вопросов нет. Типа Pink Floyd, слушаю Fire Pink Floyd. Раньше было лучше, верните мне мой 2007. Он базарит за дестрой, пока я с его сестрой. Я базарю дерьмо, пора переезжать в Детройт. Типа Pink Floyd, не слушаю Pink Floyd. Раньше было лучше, верните мне мой 2007. Он базарит за дестрой, пока я с его сестрой. Я базарю дерьмо, пора переезжать в Детройт. Он говорил дерьмо тогда, но он баткнул. Сейчас твой трек играл минуты три, я уснул на час. Верните мне мой плеер, помню его как час. Верните мне моих людей, всех мест даже откуда нельзя. Фриляна, кэш не пахнет, я не нюхал, я трогал его. Снял Марсело Бурлон и я дал ей в голову блоу. Боюсь, что она мне откусит его. Чтобы этого не было, у меня сбоку есть глок. И она чмокает, чмокает, это я ее еб... Я вырос. Что у нас сегодня, ребятки? Турки, турки, какие-то Бенширман, Левайс, короче, какой-то хлам. Все, что? Чемпак. Плохо немного ему. Кудачок ты на F такой. Хорошенький. Найч. И найчик тоже. Все путем. Андрат. Вот. Так, Томик, тема. Найки. Мимо. Столько фантовая ему. Да, прикольно. Кислота. Но. Все понял. Ну что, вот я уже добрался и домой. Давайте посмотрим, что мне надо взять на этих двух завозах. Такая вот общая картина, две маечки, одни шортики, давайте начнем с шортиков. Вот такие вот Nike с большим логотипом, по бирочке размер L. Так, переходим к маечкам. Это классная маечка с большим принтом на всю грудь, можно сказать. По бирочке размер L, она еще сама по себе без швов идет. Вот. И дальше у нас такая вот маечка еще Nike в размере M. Если не ошибаюсь, да, размер M и с вышитым логотипчиком сверху. Вот такой вот у нас уборчик за 2 дня. Все вещи можно у нас купить в Instagram. Также не забывайте подписываться, комментировать, оставлять любые комментарии, пожелания. Все принимаю. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.